Дети посылают на 3 буквы. Да. Старшая, по дому. Он пошел отпустить, хотел мороженое у меня. Он... Ночью здесь нехорошими делами занимаюсь. Взрослыми нехорошими? Да. На вот этих мостиках. Добрый день. К нам в блокнот стали поступать жалобы в редакцию, обращения о том, что в районе переулка Каркасном установили люди самовольно шлагбаум, который ночью кто-то спилил. Сейчас там тоже какие-то происходят непонятные ситуации. Ну, пойдем разберемся во всем на месте. К нам люди говорят, что вот что-то тут происходит у нас непонятное. Какие? Смотрите, это я так понимаю... Это наша жилая зона. Во-первых, подполковник милиции, да, старшая по дому. Вот с ее и начинайте весь разговор. Операции были, тут комиссия. Это вообще говорить о том, что куплены. Вот кто? Он меня купил. Понимаете, вот это если у вас так, так же его могут и снять. Кого? Снять. Мы только пришли. Просто посидеть на лавочке. А у нас два отдыха здесь. Вот такая агрессия. Люди просто мимо проходят, на них вот так вот. Уходи. Ты что, пришел? Ну, потому их и гонят. Конечно, вот да. Он пошел отпустить, хотел мороженое у меня. Вот. Это а у вас говорите, давно это у вас такие вот конфликты? Да, вот появились. Нет, конфликты. Да. Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот у вас автомобиль стоит, загораживает проезд с номером телефона? Допустим. А? Допустим. А вы не можете его убрать? А какая машина у вас? В смысле, какая машина? Ладно, сейчас спущусь, отгоню.